Одного дня не хватило, чтобы принять всех желающих. Машина станции переливания крови уже второй раз приезжает к областному министерству социально-демографической и семейной политики. Раньше в день донора сотрудники сами отправлялись в центр переливания крови на Новосадовой. А сегодня испробовали новый формат. Станция приехала к ним. Это здорово экономит время, рассказывают соцработники. Удобно, все сделано очень хорошо. Я буду очень рада, если моя кровь кому-то поможет вернуть здоровье или там провести успешную операцию. К мобильному комплексу заготовки крови вчера пришли более 50 человек. Сегодня желающих стало еще больше. Донорами стали порядка 70 сотрудников. Планировалось как бы одно количество участников, но некоторые внепланово пришли. У нас даже подходили просто прохожие, а можно ли сдать кровь, и посетители, кто пришел это в министерство, тоже подходили, сдавали кровь. Акция соцработникам пришлась по душе. В министерстве уже задумываются о том, чтобы сделать ее традиционной. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.